Добрый день. Сегодня хочу рассказать про вот этот чехольчик для лопаты. Сшил из джинс. Вот эта вот часть джинс, как раз где карман, тут она выцветшая, тут она темная. Из нее шить что-то хорошее не получается. Я старый джинс часто что-нибудь шью. Ну, не часто, ну, почти все у меня идут в дело. Вот, что еще получается? А так вот получилась отличная вещь. То есть я вот эту часть либо для голицы шью, либо, ну, что-то такое не... Рабочая, некрасивая что-нибудь. Вот, и сшил чехольчик для лопаты. Можно было купить лопату с этим сумочкой, ну, что-то там она стоила прилично. А тут делов-то, как говорится, на 3 копейки. Вот, карманчики, они, ну, не особо нужны, ну, и, как говорится, не мешают. Вот, я вначале планировал здесь такие пришить лямочки, и, ну, чтобы закрывать. Но он держится очень, то есть, надежно, то есть, не слетает. Вот, получилось. И он как-то вот такой вот, чехольчик. Дешево, сердито, старый джинс с кармашками. Ну, главное, что лопата не, ну, не порезать, ничего не повредить. Сейчас, минуточку, натяну его посильнее. Вот, ну, лопата обычная, саперная. Начало 90-х годов. Вот, что еще сказать. Ну, вот такой вот чехольчик для лопаты можно сшить. То есть, ну, не обязательно никакие застежки, никакие эти. Вот можно отпороть было карманы, я не стал их отпарывать, потому что оно, ну, не принципиально. Намного оно будет тяжелее, легче. Вот, собственно, и все, что хотел сегодня рассказать. Благодарю за внимание. Всего доброго, удачи.